находимся на спортбазе «Прометей», где сегодня проходят соревнования по силовому троеборью. Для тех, кто не знает, это пауэрлифтинг. Как переводится с английского пауэрлифтинг? Пауэрлифтинг – сила лифта. Пришел поболеть. За кого конкретно? За кого конкретно? За него. Ваш брат, друг, сестра? Друг, сестра. Друг, сестра, да. Федерация считается любительской. Она официально одобрена Министерством спорта. Какая весовая категория у вас? 83. 83. А какой максимальный вес вы поднимали? В тяге 220. Это моя гордость. Чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. Не за что. Допустим, мы заказали вес 100 килограмм. Следующий вес спортсмен ничего не заказал. Ему автоматически прибавляют 2,5 килограмма. Автоматически. Все, и также дальше. Третий подход ему автоматически, если он не закажет вес, ему автоматически закажут 2,5 килограмма. Единственное, что нельзя уже меньше вес ставить. Допустим, 100 ты не сделал килограмм, 90 килограмм ты уже поставить не сможешь. Ты пришел поболеть? Да. Сам сколько поднимаешь? Вот если вот по чесноку. По чесноку? Да. Ну, наверное, килограмм 80 пока. Спортом занимаешься, нет? Не так часто, как хотелось. Сейчас вот посмотрю на профессионала и точно с завтрашнего дня прям начну ходить сюда и тянуться к их результатам. Я просто мимо шел. Я как бы специально, но и не специально. Моя рука открыта для всех. Как бы ни печально звучало, но идет убывание. Убывание за счет того, что спорт сейчас не интересен, он затратен. Вот. Но костяк людей, которые были фанаты, а он остался. По какой же весовой категории могу пройти я, чтобы попытать свои силы в поднятии штанги от груди? Сейчас мы попробуем. Что ты, водишь туда ее постоянно, камеру? Ну, и решили попробовать вместе со Здравым хоть раз, но поднять штангу. Кто на что гораст. Го! Ну, нормально прям, слышно. Специально. Сейчас будет жара. Все! Вес взят! Чисто ты единственный человек, можно сжать от пола просто. Скамья, нужно, можно сжать от пола. Ну, давай, еще по пять. Все, вот. Подъем! Свой вес просто. 60 кг. 50 кг. Все, хорош. Если будет еще. Да, вот так, снимай, вот так. Да. Он мне нужен живой. Что делать? Какой нахуй? 73. Так. Давай, 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 давай. Все, это 73. Дай петуль. Ай, блин.